Сначала мы созвонились для того, чтобы узнать привычный набор продуктов. Он мне написал телеграм, то, что он ест. Ну, у меня нечего делать, теперь я рассчитал калории, белки, жиры, углеводы для того, чтобы вести следующий отчет. И начал набирать объем еды через приложение Fat Secret. Для начала его необходимо открыть. Вот здесь есть перекус и другое. Выбираем, то есть на завтра. Завтра делаем перекус, открываем и начинаем набирать то, что мы будем есть. Сначала выбираем по белкам. Белки самые важные и самые трудно набираемые. Поэтому из всех продуктов, которые он мне выслал, я выделил основные источники белка. Это курица, филе индейки, протеин. И поэтому из этого начал набирать, ну, такой основной набор еды. Понятно, что сразу не получилось это сделать, поэтому методом тыка я нашел оптимальный грамм, сколько нужно общей еды ему съесть для полного набора белков. Оставил прогрешность, буквально 10-15%, зная, что в других продуктах также белок присутствует, но в малых дозах, и он будет дополняться к общей массе. В итоге у нас получился вот такой вот небольшой набор. Дальше точно так же начинаем набирать углеводы. Определяем источник углеводов. Это каши, овощи, фрукты, все, что можно приготовить, съесть в большем объеме для того, чтобы заполнить свой энергетический запас за счет углеводов. Нам известны количество грамм белков, количество грамм углеводов и жиров для полного правильного рациона. Отсюда мы отталкиваемся и начинаем набирать все нам необходимое. Путем вот такого нехитрого набора у нас получился то, что нам нужно съесть за сегодня именно в углеводах. Ну и дальше по тому же принципу мы начинаем набирать жиры. И источником жиров это масло, само собой, утром сливочное, наверное. И я добавил еще орехи, грецкие. Ну, самые лучшие жиры для того, чтобы насытить еду и заполнить вот пробелы в жирах. Именно жиры необходимо употреблять полиненасыщенные, не жареные вещи, а такие, как оливковое масло, рыбий жир. Утром можно сливочное масло, оливковое масло, орехи. Теперь я создал более грубый объем, пока где-то в граммах не совсем совпадает то, что нужно. Но вот необходимо выполнить небольшую коррекцию, добавить где-то десятые граммы, где-то убрать, для того, чтобы совсем близко-близко подойти к тем параметрам, которые нам необходимы. И у нас получилась вот такая вот красота. Во вкладке «Перекус» у нас все продукты в граммах, которые мы должны съесть за целый день. По сути, это можно все положить на стол, все приготовить и потом потихоньку выбирать. Но лучше нам распределить это все по приемам пищи на завтрак, обед и ужин. Соответственно, получился вот такой вот результат. На завтрак у нас вот это, на обед вот это и столько калорий. На ужин у нас вот столько. И есть у нас перекус. Это то, что нужно брать с собой в тормозке на работу. Если хочешь, чтобы я тебе также рассчитал, напиши мне в комментариях. И большое спасибо за просмотр.